Короче, пожалуйста, три куплета. Народу много будет. Я уезжаю. Давай, давай, давай. Можешь четыре куплета. Давно закончилась афганская война, и мы с годами тоже повзрослели, но часто горлу ком подходит у меня за тех ребят, которые вернуться не сумели. Нас всех призвали просто в армию служить, а что там будет впереди, никто не знал. И говорят чиновники, мы вас не посылали, но все же кто-то нас туда послал. Да, за границей нам пришлось повоевать, но дрались мы не за награды и чины. И на привале часто вспоминали дом родной, и всем хотелось, чтобы не было войны. Мы с честью долг свой выполнили в той чужой стране, познали вкус побед и боль потерь. Ведь наши годы жизни были прожиты не зря, и не жалеем ни о чем теперь. Теперь встречаемся мы с каждым годом реже, а многих с нами нет уже давно. Глядят с портретов парни вечно молодые, нам больше встретить их не суждено. Но нас навек сплотило всех боевое братство, и также через много-много лет мы вспомним и комбата, и комвзвода, и пацанов, которых с нами нет. Мы вспомним и комбата, и комвзвода, и пацанов, которых с нами нет.